Это передача моей первой любви. Еще в раннем детстве я влюбился во все, что движется. Я любил велосипеды, мотоциклы, мотороллеры, автомобили и всю военную технику. За 32 года, которые я провел за рулем, мне удалось отъездить практически на всех моделях советского и российского автопрома. Например, на автомобилях Горьковского автозавода я ездил, начиная с легендарной «Победы». На автомобилях Московского автозавода, начиная с «Москвича-408», на автомобилях Волжского автозавода, начиная с «Копейки». Автомобиль для нас сегодня как воздух. Если он есть, мы его не замечаем. Если его нет, то мы начинаем задыхаться. В моей передаче речь пойдет о дорогах и обо всем, что с ними связано. О тех, кто ездит по этим дорогам и как они ездят. Кто помогает, кто мешает нашему передвижению. И о роли власти в решении наших автомобильных и дорожных проблем. Смотрите нас каждую среду, звоните, пишите. Вперед! Thank you.